Связь любого звука с нервными центрами установлена еще в древности. Современные исследования доказывают, шум листвы, журчание воды и пение птиц благотворно влияют как на психологическое состояние, так и на работу внутренних органов. С помощью современных технологий создать звуковой эффект единения с природой можно дома, в офисе или на прогулке. Медики выявили прямую связь между музыкальными предпочтениями и состоянием нашей нервной системы. Рок и металл вызывают раздражительность и агрессию, тогда как классика, произведения в стиле кантри, этно и фолк обладают успокаивающим действием и способствуют творческим идеям. Для медитации или сосредоточения на конкретно поставленной задаче можно использовать бинауральные звуки. Ритмика перенастраивает мозг и позволяет отвлечься от внешних шумов. Подобрав подходящие композиции, можно избавиться от мигрени, синдрома хронической усталости, стрессов на работе и творческого кризиса. При выборе плейлистов обращаем внимание на первое впечатление. Любые раздражающие и вызывающие чувство тревоги звуки не для релакса. Мозгу требуется около 7 минут для синхронизации со звуком. Чтобы получить максимум пользы, прослушиваем аудиозаписи в наушниках, закрыв глаза 15-30 минут. Громкость не должна превышать уровень 4 дБ. Такой перерыв на работе действует на наш организм как несколько часов полноценного сна.